вот стоит новый барьер. Барьер. Еще половина здесь. Закрылись столами, закрылись и с той стороны. Стоят сопли. Пригласили, главное, гостей посмотрим. Спокойно пойти домой, поесть, вернуться, и ты поверни. Это как будто водичка была. Я видел, как он забегает. Ты не развернулся так. Позвони, предупреди. Что же они в трусаке живут? Ну нормально, вообще живет плохо. Я девочек домой больше просто. Девочек. А ты чего больше? К сожалению, это нормально. Нет, ну и позволяет. В свое время вот так выделывают все мальчики, да? Окей, чемпион категории Ашаси Ай, золотые щитуны, золотые штрихи килограмма. Пикоборсия Вильда. А я не слышу. Пушану Дуга, Онто. Уснак Чезар, Пушану Чужик. Щенок. Уже то, что он точно.
очень удобный зал, конечно. Неудобный? Сейчас мелко. Ну, это самый приличный из всех. Самый приличный из всех? Ну, я говорю, что именно свет, ну, я в прошлый раз снимал. Да, и когда там зуи тоже, да? Этот свет, когда солнце особенно, конечно. Далее? Собираются выставляться там. Да? Пятница. Делать рекламу на пятницу. Ну, ты не знаю, как ты, а я спросила Алину, на какую дискотеку должна выйти. Эй! Еще на дискотеку сразу. Мне не нравится. Ну, стрип-бар. Стрип-бар. Вы же все-таки мальчики. Сейчас я приду. Я буду интересно. Слышишь? Слышу я, слышу. Тем более, вот вчера уже был день спустя. А ты вообще поспаришь часа два. Хорошо, сколько ты?